Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас, и сегодня мы поиграем с вами в карту для Гаррис Мода, которая называется GM Abandoned, то есть Гаррис Мод Заброшка. Или вроде того. По-моему, Abandoned переводится как заброшка. В общем, ладно, ребят. Эта карта для Гаррис Мода вроде как хоррорная. Потому что... Почему вроде как? Потому что я... Блин, я забыл уже, когда ее скачивал. Когда-то давно я скачал кучу карт. И... Ну, то есть, хотел их все пройти, но потом что-то забросил Гаррис Мод. Я не знаю, ребят. В общем, я не знаю, что это за карта на самом деле. Поэтому давайте мы это сегодня с вами выясним. Пройдем эту чертову карту, посмотрим, что она из себя представляет. Окей, мы появились вот в этом углу, рядом с этой кроватью. Можно предположить, что это наша комната, друзья. Наша квартира. Слушайте, а довольно атмосферно сделан мод. Ребят, довольно атмосферно. Эти картины. Ясно. Ясно. Окей. Ты еще кто? Ладно, давайте откроем эту дверь. Оу, черт. Оу, черт. Окей, видимо, это наша квартира, друзья, была. Ох, как я боюсь, что какие-нибудь скримеры будут вылазить. Но я не думаю, что... То есть, если тут сделан в этой карте упор на атмосферу, я не думаю, что будет много скримеров. А еще музыка очень громкая. Прям очень-очень. Окей. Так вот, наверное, лучше. Пойдемте. Окей, сюда нельзя зайти. Оу. Нам, походу, на улицу нужно. Ё-моё. Старч. Туда не зайти. Здесь что? А зачем эти ящики? Они не просто так. Блин, серьезно, мне кажется, эти ящики жестко не просто так. Ведь обычно в этих ящиках, например, даже в Half-Life, что-то лежало. А вон и наша хата. Да ясно. О, тихо, слышите? Господи боже. Где все люди, кстати? Может, поэтому и заброшка называется карта, что... Ну, или заброшенная, или... Типа того, что тут никого нет, все люди куда-то подевались, и, может быть, нам стоит... Нам нужно будет выяснить, куда они все подевались. Ну, конечно, все ниже и ниже. Подвалы. Канализации. Конечно, ладно, не проблема. Я любитель лазить по канализациям. Черт возьми. Так. Ладно. Что за фонарь? Какого хрена он тут стоит? Он, видимо, показывает нам, куда нам нужно идти. Вот это вот вообще не круто. Вот серьезно. Вот вообще не круто. Была такая атмосферная карта, теперь она становится очень страшной. Потому что... Что-то мне казалось, что там... Там дальше проход есть. Окей, нечаянно нажал на кнопочку разговора. Так, ладно, назад. Назад, малфоку. Вот, смотрите, двери какие-то или... Что это? Окей. О, начнем сюда. Черт. Блин, как жутко, ребят. Ужасно жутко. Окей, все нормально, это всего лишь какие-то крики. Крики какой-то женщины. Резист. Окей. Ну почему тут закрыто? Почему всегда есть ключ от чертовой двери? Почему нельзя ботинок кинуть и открыть эту хренову дверь? Эх, ребят. И конечно же на... О, у меня же фонарик есть. А вообще по сюжету есть у меня фонарик? Или нет? То есть стоит ли мне его использовать? Или нельзя? А давайте будем. Раз он у нас есть, черт возьми, почему нельзя? Серьезно, а как эту дверь-то открыть?
Возможно, есть какой-то ключ. Или вроде того. Возможно, мы что-то пропустили с вами. Давайте вернемся назад в таком случае. Где мы слышали голоса этой... Ну, то есть крики. Крики. Где-то тут. Стоп. Это самое начало. Что за дела? Что тут происходит, друзья? Какого хрена я вышел с самого начала? Подождите, пойдемте. Быстрей. Тут, кстати, не прыгать ничего нельзя. Поэтому. Так, все, нам сюда и потом до самого конца. Вот. Окей. Может быть, тут что-то есть. Нифига тут нет. Может быть, здесь. Ясно. Ясно, что нифига не ясно, друзья. Резист. Вот к чему этот плакат здесь? К чему? Черт. Может быть, стоит... может быть, нужно назад вернуться? Оружия у меня нет. Какие-то звуки были сейчас странные, будто... Вот опять, слышали? Как будто за дверью там кто-то есть. Ну, там вроде никого. Наверное. Что ж, друзья, уходим. Тогда отсюда. Если тут нам нечего ловить, то чё нам тут ловить-то? Цитаты, блин, великих людей. Слушайте, а может там куда-нибудь в канале... Ой, в эту... В какую-нибудь вентиляцию можно залезть? Ну, на улице, помните, там же ящики были около... Ну, то есть, когда мы выходили из подъезда. Окей, ладно. Давайте пойдемте назад. Вот, например, смотрите. Вот куча ящиков. Почему их нельзя взять? Окей. Там можно было ящики брать, здесь нельзя. Ну, что за дерьмо? Ясно, понятно. Окей. В общем, мне кажется, что нужен какой-то ключ. Что, простите? Не понял. Окей. Как у нас тут все интересно-то поворачивается, ребят. Нас отсюда еще нахрен и не выпустят. Типа мы прошли контрольную точку. И все. Никакой дороги назад, никакого пути назад. Ясно, люблю я карты для Гаррисмода, друзья, люблю. Но вот не такие вот затянутые, на самом деле. Может, она не затянутая, может, просто я тупица. Подождите, если я шел, когда я шел сюда, тут были крики, помните? Такие, может быть, это какой-то знак, что тут что-то нужно найти. Может, все бутылки на свете поразбивать. Эх, дверь, блин, закрыта. Какого черта? Ну что делать-то? Ну что делать? Ну хотя бы подсказка должна быть какая-то. Или вроде того. Вот резист. Что значит резист? Сопротивление. Или вроде того. Мне все-таки, ребят, кажется, что что-то нужно на полу искать. Я не знаю, какой-то ключ или вроде того. Ну, то есть, ну это логично, блин. Но тут ни хрена нет. Мне вот кажется, может быть, здесь этот фонарик указывает на место, где лежит ключ. Или вроде того. Черт, самые невероятные теории вместе с Томасом. Строим невероятные теории, друзья. Так, ладно. Давайте вернемся немного назад. Может быть, все-таки где-то в самом начале. Или вроде того. Может быть, где-то в этой куче мусора, блин.
Черт возьми. Твою мать. Окей. Ясно. Вот кто бы нахрен увидел здесь ключ? Никто нахрен, никто. Это какая-то клякса была, это даже на ключ не похоже. Сделали бы хотя бы ключ большим, я не знаю. Эх, друзья, друзья. Ладно, пойдемте дальше. Кстати, прикольная штука вот эта вот, вроде, типа как камера, знаете? Ну, то есть, типа как будто я снимаю на камеру. Очень прикольно. Так, ладно, пойдемте назад. Надеюсь, без скримеров тут обойдется. Иначе я сдохну от страха. А, твою мать, я же говорил, ну пожалуйста, ну игра. Ну когда-нибудь, ну послушай меня, господи, хоть раз в жизни, а. Эх, ё-моё. Вот к чему был этот скример? К чему? Ну ни к чему же, атмосфера и так напряжная. It's May 26. My name is George. I'm a member of a survivor group that managed to escape the chaos. Ага. We can't stay here for a long time though. Ага. Этот чувак говорит, что они здесь скрывались, типа, и говорит, не могли больше тут оставаться, потому что еда у них кончилась, видите, куча консерв, куча всего. Вот, и они сказали, что им нужно двигаться дальше. Окей, пойдемте за ними. Что? И снова ключ. Стоп, я же взял... Я взял ключ, отлично, фух. Я уже думал, может, игра зависла, знаете, типа. Ну, то, что не юзается вещь, которую ты подобрал раньше времени. Окей, туда не пройти. Food storage. А что вообще произошло, интересно? Это были зомби или это кто? Кто это был? А! Черт, сколько крови. Не боюсь тебя, твою мать. Неужели снова? А, нет. Благо, здесь не нужен ключ. Господи, ребят, сколько же людей здесь было? Сколько же людей тут побывало? Ну, в смысле, тут ждали чего-то. Окей. Окей. Все бы ключи находились так быстро. Было бы намного круче. Так, ладно, ребят, пойдемте вниз. Музыка жестко напряженная стала. Это значит, сейчас обычно, ну, обычно в этот момент что-то начинает происходить. Что-то. Окей, мы в канализации с вами. Еще бы. Мы даже не представляли, что нам придется по канализации ползать, да, друзья? Это был сарказм. Так, ладно, а может быть на ту сторону? Все-таки эти фонари, они... Окей. Все-таки те фонари, они указывают нам путь. То есть куда нам идти? Где что подобрать? Типа того. Вот, знаете, все люди вот просто исчезли, но здесь нет ни одного трупа. Серьезно, вот что... Странно это очень. Обычно. Ясно. Если есть где-то моргающий свет, ни в коем случае не идите туда, ребят. Ни в коем случае не заходите в чертову комнату с моргающей лампой. Потому что там 100% будет скример. А, твою мать, ну я же говорил, вот я мастер. Я просто, блин, вы... Я знаю все эти приемы, чертовы хоррористов. Ё-моё. Грёбаный скример. Какого черта он здесь был? Какого хрена? Кто-нибудь, ответьте мне. Окей. Фу, ещё ниже, что? Куда еще? Ух ты. Подождите, давайте сходим сначала сюда, посмотрим, что тут. Ох ты, тут у нас проход. Видимо, сюда нам как раз нужно будет дальше, но нам нужно найти код. Код от этой двери. Код, скорее всего, мы найдем, если пойдем вот сюда. Ах, ё-моё, это же ужас, ребят, ужас. Всегда в комнате, где моргающий свет, там скример. Так что будьте готовы, это лайфхак. Так.
интересно. Вот. The code is 4865. А, тут кто-то жил. Тоже. Код 4865. Окей. 4865. Не забыть бы, главное. Сейчас, походу, еще будет один скример. Чтобы, типа, этот код из нашей головы вылетел. Сечете, да, о чем я? Ну-ка, давайте посмотрим. Проверим мою теорию, черт возьми! 4865, мафака! 48, мафака! 65. 4865! 4865! А, у них. Окей, окей, ничего нет, вроде бы. 48. А-а-а! Туда же вводить не нужно! Нужно было просто сходить в ту комнату. Это все, что нужно было. Ладно, и тут спуск еще ниже. Куда уж ниже. Что? Подождите, стоп. Мы же в канализации, какие нахрен... Что это за апартаменты? Я нифига не понимаю. Danger. Кинем сюда по-любому. Видимо, код от всех дверей 4865. Вот сейчас будет скример, где-то здесь. А, нет. А может и да. Так, вообще, где мы сейчас? Это, видимо, какой-то секретный бункер все-таки, или вроде того. Мне кажется. Ага, доступ закрыт. Ясно. Значит, нам стоит вернуться. Нам не стоит вернуться, нам нужно вернуться, чтобы отыскать еще один код на какой-нибудь стене. Что там написано было? Make her stop. Заставьте ее прекратить. О, нет. О, черт, иди, что за звуки нахрен? Что за нахрен звуки? No smoking, идите в жопу. Окей. Окей. О, господи. О, смотрите. It's May 30. My name is George. I've discovered some kind of a... Это снова Джордж. Unfortunately, there's an escape route right behind some heavy doors. Unfortunately, there's a keypad. I was just scrambling through the papers and... Oh, there it is. 2569. I might just make it out alive. 2569. What was that? Okay, 2569. Это 2569. Код для двери 2569. Он сказал, что нашел какую-то массивную дверь. В какой-то бункер или вроде того. Но ключ тут типа кодовый. Окей. Okay. Твою мать! Ну кусок же ты! Окей, окей. Надеюсь, теперь эта дверь будет открыта? Ну почему? Ну что? Ну что? Что? Куда идти? Куда идти тогда? В таком случае, куда? О, дверь No Smoking открылась. Вот, да твой, что? Блин, ну... Окей, тут пожарище. Стоп, это же... Это же та же самая штука. Это то же самое, тот же самый бункер, то есть... Просто как будто я зашел в какую-то параллельную вселенную. Что за дерьмо? И кто вообще устроил этот... О, твою... Устроил этот пожар. Вот, все, аксесс. Доступ открыт. Доступ открыт, бежим дальше. А, нет, вот он как раз, этот бункер. Да, там же была дверь закрыта. Окей, окей. Так, все, теперь бежим. Бежим, ребят, бежим, бежим, бежим до самого конца, вот к этой двери. Давай же. Аксесс есть. Есть. И смотрите-ка. Что это тут? Что это тут у нас? Это же свет! О, да! О, да! Мы прошли, только не совсем... В общем, друзья мои, прошли мы эту карту с вами. Страшная карта была, моментами очень-очень атмосферная, моментами охрененно страшная. Ну, таких моментов было мало, в основном были страшны именно скримеры.
вот, которые, ну, как вы знаете, из ниоткуда просто появляются. Господи, боже, как меня бесят чертовы скримеры, ненавижу скримеров, черт возьми. В общем, друзья, спасибо большое за просмотр, если вам понравилось, то ставьте лайки, я увижу, что вам понравилось, если не понравилось, то все равно ставьте лайки, чтобы что-нибудь другое я записывал. И в комментарии напишите, что бы вы хотели. В общем, друзья, спасибо большое, еще раз, с вами был Томас, до следующих видео. До следующих видео.